Я засек движение над нами! Расправимся с ним! Джедая попали! Остаться на ногах! Могу стрелять! Открыть огонь! Будет сделано! Не стоим, не стоим! Он ранен! Я покончу с тобой, джедай! Попал! Я покончу с тобой! Чем-то пахнет. Что за запах? Да тут весь лес живой. Да? Дай взглянуть. Это не обсуждается. Покинуть Кешрик – наш единственный шанс на выживание. Я не оставлю Буки. И приму всех, кто не хочет улетать. Тогда останешься здесь. Отряд, выдвигаемся! Продвигаемся!
Давай! За ним! Раз видел что-то подобное. И я нет. Что это? Эти деревья. Здесь повсюду сила, я это чувствую.
Там мы должны встретиться с Тарфулом. Вы прорвались. Это вождь Тарфул. Я здесь по заданию Эна Кордовы. Он искал артефакт Зефа. Найдя его, мы сможем спасти джедаев. Кордова обрел мудрость на вершине первого древа. Ищи ответы там. Большое. Даже не знаю, откуда начать. Что ж, возможно, ты найдешь путь через корневую систему. Но большая его часть под водой. Возьми эту маску. Спасибо. Что вы собираетесь делать? То, что можем. Продолжать бой. Удачи. Надеюсь, увидимся. Здесь укрывался Вуки, оплакивая утрату старейшины. Посмотрим, что ты нашел. С меня-то!
Даже Тарфул не мог их сдерживать. Они не остановятся, пока всех не уничтожат. От этих штук мурашки по коже. Эй, ну... Как думаешь, если бы мы не вмешивались, империя бы также обрушилась на Кашиик? Джедаи должны быть символом надежды, а я привел сюда Инквизицию. Мари и Тарфул доверились мне, а я снова подверг их опасности. Thank you.
Думаешь, мы молодцы, Биди? Точно. Крысёныш с браки играет в джедая. А я сказала Гранд-Инквизитору, что ты усвоил урок и больше сюда не сунешься. Ведь мы растоптали ваше жалкое сопротивление. Приятно ошибаться. Это такое? Девятая сестра ищет нас. Нужно связаться. С другой стороны, она прослушивает переговоры. Не будем упрощать ей задачу. Что ты нашел?